В этом видео я бы хотел показать полную настройку плагина Kids, но прежде чем мы приступим к настройке, я покажу, что нас ждет на сервере. Итак, поехали. Переходим в Steam, библиотека, антернет, свойства, посмотреть локальные файлы. Ну и конечно же переходим в папку сервером, где ваш сервер. Вот мы переименовали его в Shock World. И переходим в папочку, находим Rocket плагин. А теперь заранее скачанный kits берем, сюда кидаем. Запускаем сервер и конечно же дропаем его, чтобы у нас появилась папка с плагином. Так, видим, что Rocket у нас запустился и пошла загрузка мира. Ну, пока в это время можете посмотреть ID вещей, заранее присмотреть, какой вам будет кит по душе. Вот я сейчас посмотрю снайперку, отлично, вот, Тимбервульф, думаю, самая такая нормальная тема будет. Так, вот я немного перемотал, кит загрузился, прописываем команду shutdown. И переходим в папочку с сервером. Servers. Папка с нашим сервером. Rocket. Плагины. И появилась папка Kids. Translation мы не будем пока не трогать. Естественно, в этом видео мы будем заниматься только настройкой китов. По переводу на русский язык я буду делать отдельное видео, поэтому переходим по ссылочке на это видео и узнаете, как перевести команды kit на русский язык. Под переводом команд я имею в виду перевод сообщений, точнее ошибок и прочего, которое высвечивается у вас. Например, вы вводите недопустимый kit, вам, например, пишет, что кит не найден на английском языке. Так вы можете сделать это на русском языке. Но это характерно для русскоязычных серверов. Ну а мы переходим дальше к настройке самих китов. Итак, когда вы первый раз откроете, вам высветится такое окно. Здесь уже есть наброски китов, поэтому смело берем и исправляем. Здесь для удобства я подписал, что есть что. То есть вверху kits — это начало всех китов. Далее уже идет кит, начало кита, имя, survival, переименуйте любой, expa, money и vehicle мы пока не будем трогать, это монеты и автомобиль. Больше нас интересуют итемы. В итемы можно удалять и добавлять, сколько вы пожелаете, как бы ограничений на этом нету. ID предметов, я думаю, вы заранее подготовили, а amount — это количество. Забиваем любой ID, например, Maple Strike 363.1 и патроны к нему.
если не ошибаюсь, шестерка, но могу ошибаться, поэтому я так, например, примерно сказал. И кулдаун этого кита, то есть в раз какое время вы можете прописывать этот кит. В конце у вас стоит слэш-кит, это значит концовка кита. Сейчас вы увидите в ускоренном режиме, как я все это делаю. Советую использовать Notepad, он подписывает, точнее подсвечивает, где начало, где конец кита. Вот таким образом мы копируем кит, жмем в конце Enter. Вот видите, мы подсветили, да? Ставим Enter и вставляем этот же кит. Дальше его просто переименовываем, допустим, вместо Start Kit Diversion, либо какой-нибудь снайпер, ну на ваш вкус, все зависит от фантазии. И в моем случае будет примерно где-то 11 китов, я хочу прям такой нормальный сервер создать с классами, поэтому у нас будет кит снайпер, кит диверсион, потом спец, старт, берсикер, киллер, камикадзе, кулибин, мили, ну и еще там два, например, бандиты и другие. Теперь разберем кит с выдачей автомобиля, ну или других транспортных средств. Вот у меня есть кит камикадзе, просто меняете имя кита, можете добавлять экспу и ID машины. В моем случае это будет ID самолета 92 и одна граната. Можете просто итемы стереть, либо поставить количество amount 0. И не забываем про кулдаун. Если кулдауна не будет, то можно будет бесконечно прописывать. Это лишняя нагрузка на сервер. Будет большая пинга и будет у всех лагать. Итак, вот мы закончили настройку китов. Вот получилось такое количество китов, где-то штук 8-9. Но пока не для тестирования нам хватит. Global кулдаун мы в самом низу не трогаем. Он так и остается 10 секунд. Вот. И думаю, в принципе, пора переходить и тестировать наши киты в самой игре. Вот я еще раз показываю границы в Notepad. То есть они отображаются вот где итемы. Переходим вниз, где камикадзе. То есть вихакли, машине. Машина там транспортное средство, ну. В принципе, такой сырой вид, но можно сказать готово, поэтому сейчас мы потестируем это все, сохраняем документ, переходим в папку с сервером и нажимаем так сервер commons, файл commons, да, и отберем себе админочку. Последнюю цифру изменим, например, вместо 9.1, чтобы у нас не было админки, чтобы мы были как обычный игрок, который сталкивается с разными проблемами. Поменяем имя, у нас же теперь сервер Shock World, поэтому назовем Shock World и в скобочках там Hardcore PvP как-нибудь так красиво. Ну, изменим количество и, думаю, надо карту поменять на Вашингтон.
Если у нас будет PvP-сервер, то я думаю, лучше какая-нибудь маленькая карта пусть будет. Так, ну, в принципе, оставляем нормальный мод. Все. Сохраняем. Ну, здесь обрезать видео специально не буду, чтобы вы видели весь процесс установки. Вот мы запускаем сервер. Единственное, наверное, буду перематывать это саму загрузку сервера, потому что она очень долго происходит. Так, переходим в Antternet. Вот наш сервер так выглядит. Shook World, Hardcore PvP и два плагина Kids и Message Announcer. Вот мы зашли на сервер и пробуем, смотрим, какие киты доступны. Доступен нам только Kit Start. А как же остальные киты? Попробуем Kit Sniper. И что же нам пишет? Пишет нам то, что у нас нет прав на этот кит. Как так, мы ж ставили все киты, а у нас доступен только Kit Start. Значит, что-то здесь не так. Поэтому возвращаемся в сам наш сервер и будем настраивать права для игроков. Переходим на рабочий стол и видим желтыми буквами в консоли написано, что такого права игроку нельзя. То есть нельзя прописывать ему такие киты. Прописываем shutdown, закрываем нашу консоль, переходим в папку с сервером Rocket и находим файл permission config. Здесь аналогично kit старту, то есть группа default — это доступные команды всем игрокам. Пробел здесь не используется, вместо пробела используется точка. Вот kit start, команда kit.kits. Вот и прочее. Сейчас просто копируем наши вот команды kit var несколько раз. И желательно здесь можно, ну как, по вашему желанию, установить кулдаун на отдельную команду. Но, думаю, в ките самом этого хватит. Но, на всякий случай, можно по 5 секунд поставить, чтобы уменьшить нагрузку на сервер. Также команды можно удалять и добавлять. Главное не забыть стандартные вести команды. Наподобие рулис, p, компас можно убрать и там киты, бай, ну в зависимости сколько у вас плагинов стоит. Вот это группа дефолт. Ниже у нас находится группа VIP. Начинается она вот выше групп, VIP, prefix, surfix, ну и прочее. То есть это отображение у игроков цветного ника и прочего. Нас интересует вкладка members. Members отображает в себе ID, то есть игрока отдельного. Туда вы ставите ID. Как узнать ID, вы увидите в подсказке вверху экрана справа. Вот, вам игрок сообщает ID, допустим, платит 50 рублей за кит VIP. Вы прописываете его ID, перезапускаете сервер, и он может прописывать этот кит. Также внизу вносится команда, ниже там HELL. Желательно хил поставить хороший кулдаун, потому что он полностью лечит, все лечит просто. И голод, и заражение. И можно ставить туда какие-нибудь отдельные киты, например, кит Diversion, который выдает динамит, что для обычных игроков было бы имбово, иначе бы они бегали и рейдили все дома. Ну, после всех манипуляций мы сохраняем наш файл permission config и переходим с сервером. Запускаем его. Отдельная настройка прав вы увидите тоже по подсказке справа. Она вот сейчас появится. И вот, мы наконец-то на сервере. Прописываем kits. Вот, сколько нам китов доступно. Прописываем kit спец. Отлично, нам кит выдался. Вот такие прикольные очки ночного видения. Вот, и опробуем сейчас другие киты. Суициднимся, чтобы не выбрасывать вещи долго.
И попробуем какой-нибудь кит камикадзе. Да, он у нас выдает самолет и гранату. Как видите, самолет упал. А также я попробовал сейчас кит кулибин. Это все самодельное у нас выдается. Ну и, конечно же, попробуем какой-нибудь... Так. Ну, у нас задержка стоит на кит кулибин. Вот. У нас выглядел так кит кулибин. Дается такой самодельный прицел и глушитель. Сказал бы, очень хорошая винтовка самодельная. Ну и прикольная граната. В принципе, думаю, этого достаточно было, чтобы понять, как создавать свои киты. Вот, надеюсь, объяснил более доходчиво, потому что в этом вопросе у людей возникают сложности. Они пишут свой кит, а потом прописывают команду на сервере, а им выдают, что у них нет недостаточно прав. Вот, другое дело, когда у вас заранее стоит админка, и вам без разницы от прав доступны команды. А игроки жалуются, вы не понимаете почему, поэтому желательно себе сразу админку не прописывать. А с вами был Илья Колесников, не забываем делиться этим видео. Спасибо за просмотр, пока.